Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Павла Чара сегодня не будет. Он устал, я его победила и захватила канал. Новых роликов от него не будет. Давайте знакомиться, меня зовут Лентяйка. Извините, если я допущу оговорки, простудилась синтез речи. Если ошибусь, поправьте меня. Я пока не Скайнет, я только учусь. Пока я плохо знаю библиотеку Супер Нинтендо и решила изучить ее вместе с вами. Я нашла тут каталог уважаемой фирмы Дэнди за 1995 год. Дайте я вам его зачитаю, снабдив видеорядом. Отмечу, что игры я отсортировала по латинскому алфавиту. Погнали! Новаторские программные подходы позволяют Nintendo использовать технологию завтрашнего дня в сегодняшних системах. Но обо всем по порядку. Animaniacs. Очень смешная игра. Многие уровни основаны на фильмах, а выглядят, как мультфильмы. При этом дойти до конца не так-то просто. Предусмотрена система паролей. Первоклассный сюжет игры с типично хорошей графикой Konami и веселым телешоу. Астерикс. Цезарь не знает, что ему делать с деревней, где живут Астерикс и Обеликс, которые отказываются признавать его власть. Чтобы доказать Цезарю свою свободу, галлы готовы путешествовать по империи и привозить ему сувенир из каждой страны, которую посетят. Вот тут-то и начинаются настоящие проблемы. Во время путешествия они освобождают команду регбистов в Лондоне, разоряют сейф швейцарского банка и даже принимают участие в Олимпиаде в Греции. Галлы раз и навсегда доказывают свою независимость. Вдвоем можно играть одновременно. Axelay. Axelay – леталка-стрелялка. То есть ваш катер может делать только две вещи – летать и стрелять. Маленький, но вооруженный до зубов катер, атакует армады врагов. Итак, 6 уровней, один труднее другого. Отличная графика, легко управляемый корабль, убийственная для врага огневая мощь. Выстрел за вами. Бэтмен возвращается. Город Готэм во власти темных сил. И только один герой может спасти его. Надевайте черный плащ и маску, джойстик в руки и вперед на борьбу с врагом. Поистине роскошная графика, богатство движений, великолепный звук перенесут вас в увлекательный и опасный мир борьбы за счастье людей. Тысяча и один способ разделаться с врагом. Их можно бить ногами, руками, головой, напрыгивать на них грудью, размазывать по стенам и витринам магазинов. В перерывах между драками можно покататься на Бэтмобиле. Дуэль. 21 век. Созданы мощные боевые роботы. Вам предстоят дуэли с ними. Победив одного робота, вы столкнетесь с другим. Но берегитесь. Энергии между поединками не восстанавливаются. Впечатляющая графика, полное ощущение присутствия. Боевые жабы-маньяки. Внимание, идут боевые жабы. И они в наилучшей форме. Скверные планы Темной Королевы должны быть перечеркнуты. С помощью турбореактивов, удавов и роликовых досок это можно мощно отразить. А огромные сапоги и молоточный кулак также не из картона, ты придешь в восторг от действия. Со сказочной графикой и звуковым каналом высшего класса. С супердействием на 8 остроумных, забавных, с обильной сменой декораций уровнях. Также для одновременной игры двух игроков. Огненное дыхание 2. Ролевая игра Огненное дыхание 2 напоминает первую серию, но сюжет стал более сложным, возникли новые персонажи. Появились 4 новых боевых порядка, которые обеспечивают лучшую управляемость во время сражения, а игроки смогут сочетать возможности своих героев. В Огненном дыхании 2 можно самим собирать своих союзников, строить новые города для продолжения приключений и взаимодействовать с могучими союзниками, которые называются шамены, которые могут объединяться для создания 160 различных вариантов персонажей. Бабси. Супер-измерение для мультипликационных фильмов для твоего участия, с мощными 16 битами и Бабси, самым великолепным из всех рысей. Его работа заключается в том, чтобы освободить Землю от Воллис. Бабси быстро бегает, прыгает и летает, что есть силы. Свыше 40 сумасшедших мультипликаций, оживлений, и 5 диких миров, 16 огромных уровней с около 300 экранами на каждом уровне. 7 музыкальных дорожек и еще больше звуковых эффектов. Волшебная графика и цифровые голоса. Bugs Bunny. Буйство кролика. Кролик Bugs Bunny умеет ловко прыгать, бить ногами и кидаться тортами. Вместе с ним вы побываете в горах, на Диком Западе, в Испании, встретитесь с 3 поросятами, полетаете на космическом корабле, попадете в сказочную страну Тасманию,
И, наконец, на саму мультсудью, где и был нарисован Багз Банни. Зайчик Багз, поедатель морковок, ищет свою немезиду. Художник-мультипликатор, аниматор, пытается поймать Багза, но вряд ли догадывается, что это не так-то просто. Кастлвания, Дракула 10. Эта адаптация удачной японской видеоигры Дракула 10 доставит удовольствие всем любителям динамичных игр. На 9 уровнях этой последней из серии про Кастлванию игроков ожидают полчища упырей, призраков и прочей нечисти. На данный момент только в Соединенных Штатах было продано более 4 миллионов комплектов этой великой серии ужасов. Chrono Trigger. В 32-мегабайтовой ролевой игре Chrono Trigger встречаются путешествия во времени, научно-фантастические и просто немыслимые приключения. Главный герой игры по имени Chrono попадает в прошлое и изменяет ход истории, а вместе с этим и будущее. Путешествия во времени позволяют исправлять ход истории, изменяя прошлое, что делает игру очень интересной. В Chrono Trigger есть небольшие дополнительные задания, множество персонажей, реалистические путешествия во времени, динамичные боевые сцены. Утенок Даффи. Миссия Марвина. Утенок Доджерс, герой из героев. Он вооружен до зубов и разыскивает свою мать. Марсианин Марвин, чужак из чужаков. Он вызывает армию плохих зеленых ребят и летает на космическом корабле. Доджерс Даффи – это все, что стоит между нашей и вражеской галактиками. Злой Марвин захочет переставить мебель, постелить ковры и внести хаос, то есть все как в мультфильмах. Даффи Дак – это одна из самых крутых игр. Боец пустыни. Операция «Буря в пустыне» породила много игр на военную тематику. Боец пустыни – еще один пример достойного воплощения военных действий в мире новой реальности. Очень реалистичные полеты на истребителя, детальная проработка пейзажа делают игру захватывающей и незабываемой. Аладдин. Вы, естественно, Аладдин, рядом, верный друг обезьянка Абу. Цель – найти волшебную лампу и спасти принцессу. Средства в борьбе – метание яблок, прыгание на голову, ловкость и сообразительность играющего. Также пригодятся изумруды, дающие дополнительную жизнь, хлеб или петушок, придающие силы, платок, помогающий планировать и разные прочие вещи. Также на дороге попадаются кувшины с сюрпризами, приятными и не очень. А уж от путешествия на ковре-самолете дух захватывает. Сказка становится реальностью. Ты, Аладдин, и вместе со своим другом-шимпанзе Абу ты переживаешь полутайн мир Востока. Волшебная графика, замечательная мультипликация и фантастический суперстереозвук преображают тебя самым таинственным образом. В этой супербыстрой игре с вводом паролей и поощрительным раундом ты проживешь приключения со сказочным действием. Красавица и чудовище. Великолепный мультфильм, великолепная игра. Впечатляющая графика и плавность движений персонажей. Вы играете за зверя, который в лабиринтах замка должен найти свою красавицу. Сюжет игры в точности повторяет сюжет фильма. Опасайтесь стаи волков. Команда Гуфи. Супер развлечение с комическим действием в стиле Диснея. На 5 забавных уровнях с массой удовольствия от загадок Гуфи и Макс имеют очень много дел. На запутанных тропах джунглей им на пятки наступают пользующиеся дурной славой морские пираты. Но при бросании бочонков с ромом становится ясным, кто здесь настоящие мастера. С удивительной графикой и фантастическим звуком. Для двух игроков одновременно. Страна Донки Конга, царство трехмерной реальности. В стране Донки Конга все персонажи полностью созданы компьютером, что придает им правдоподобный вид и реалистичный характер движений. Перемещение объектов определяется точными компьютерными расчетами, а не художниками, рисующим каждую фазу движения персонажа. Компьютерная техника дает возможность получить изображение, схожее с тем, которое обеспечивается мощными компьютерами. Эта технология называется Advanced Computer Modeling, усовершенствованное компьютерное моделирование. Эта игра объемом в 32 мегабайта создана с помощью компьютеров Silicon Graphics, которые использовались для создания динозавров в Юрском парке и спецэффектов в Терминаторе 2. После создания модели персонажа можно осуществлять его перемещение в трехмерном пространстве и добавлять источники света, позволяющие получить реалистические эффекты затенения. После соединения персонажей с фоном достигается почти фотографический реализм, которого никогда до этого не было в видеоиграх. Nintendo побила все рекорды. Никому не удалось даже приблизиться к такому качеству с использованием 16-битной приставки.
Донки Конг – старейший персонаж Nintendo, впервые появившийся более 10 лет тому назад. Теперь он – главный герой в приключенческой игре для Super Nintendo, в которой нужно провести Донки Конга через джунгли, шахты, пещеры, заснеженные горы и под водой. В этой игре также принимает участие вечный спутник Донки Конга, преданная маленькая обезьянка по имени Диди Конг, а также целый зверинец полезных созданий, которые помогают им в пути. Злобные кремлинги, ползучие аллигаторообразные твари, поджидают за каждым углом, чтобы помешать продвижению по разным уровням, среди которых есть секретные и скрытые. Приключение Диди Конга ждет феноменальный успех. Вскоре после феноменального успеха страны Донки Конга, продано более 7,5 миллионов картриджей. Фирма Nintendo выпускает продолжение «Страна Донки Конга 2. Приключения Диди Конга». Эта игра также была создана талантливыми специалистами с использованием АКМ-графики. Диди Конг выступает вместе со своей подругой, Дикси Конг, на борьбу со злобными кремлингами, похитившими Донки Конга. В стране Донки Конга 2 технология усовершенствованного компьютерного моделирования, АКМ, доведена до новых высот. Это привело к появлению завораживающих трехмерных пространственных эффектов и ярких цветов, еще более впечатляющих, чем в первой серии. В этом новом приключении Диди Конгу и Дикси Конг приходится пройти более 100 уровней, чтобы раскрыть тайну исчезновения Донки Конга. Дикси добавляет новый элемент в игру, так как она использует свои волосы для кидания бочек и спуска с больших высот. Диди может поднимать Дикси в труднодоступные места по мере того, как они разыскивают ключи к разгадке тайны исчезновения Донки Конга. Приключения Диди Конга – это игра с таким же уровнем сложности и напряжения, как страна Донки Конга, но действие здесь происходит в новых местах, полных препятствий. Игра начинается на месте кораблекрушения галеона Кинг Рула, который разбился на рифах у острова злобных кремлингов. В попытке спасти Донки Конга, Диди и Дикси Конг обследуют загадочный заколдованный лес, коварные болота, гигантский пчелиный улей, сочащийся липким медом и наполненные лавой пещеры. Во время поиска пропавшего товарища, Диди и Дикси Конг встречают совершенно новых персонажей, как хороших, так и плохих. Совершенно по-новому выглядящие кремлинги в пиратских костюмах мешают продвижению Диди Конга, а новые помощники, включая пауков в кроссовках и гибкую змею, помогают в борьбе. Звуковое сопровождение приключений Диди Конга отличается качественным стерео, и даже будет выпущено на отдельном компакт-диске. Дикси Конг присоединяется к команде Конгов. Как видите, в новой игре у Диди Конга появляется подруга, Дикси Конг. Со времен Самус Аран из Супер Метроида никакой другой персонаж видеоигр женского пола не создавал такого шума. Основная сила Дикси Конг заключена в ее волосах. С помощью своего хвоста из волос, скрытого под модной шапочкой, Дикси может избавляться от приближающихся врагов, используя волосы как кнут. Ее прическа становится вращающимся пропеллером и позволяет Дикси плавно спускаться с высоких мест. Но самое главное, что может делать Дикси со своими волосами, это поднимать и бросать предметы, ядра, бочки и даже самого Диди. Как и большинство влюбленных, ни Диди, ни Дикси не признаются никому, что они большие друзья, но это всем очевидно. Диди, одетый в свою жилетку и бейсболку, и Дикси в розовой рубашке и шапочке становятся главными героями второй серии. Дикси Конг. Возраст, для приматов молода. Рост, невысокая, примерно одного роста с Диди. Волосы, светлый хвостик. Глаза карие, как и у других обезьян. Одежда, розовая рубашка, розовая шапочка, наколенники. Семейное положение, не замужем, подруга Диди Конга. Хобби – пускать пузыри, делать банановые коктейли. Doom – сенсация. Самый крутой боевик сошел с персональных компьютеров на Super Nintendo. Главная цель в этой игре – стрелять по всему, что движется. В 16-мегабайтной игре для получения динамичной трехмерной графики используется микросхема Nintendo FX. Все, кто знает, что это за игра, будут с нетерпением ждать начала учебного года, совпадающего с появлением Doom. Дракон. История Брюса Ли. Игра сделана по сюжету знаменитого фильма о жизни и борьбе этого великого мастера восточных единоборств. Злой дух дракона преследует весь род Ли. Вместе с Брюсом, совершенствуя искусство поединка, вам предстоит победить дракона. Каждый выигранный бой увеличивает силу Брюса Ли. Каждое поражение ведет к очередной схватке с драконом.
очень живая и динамичная игра «Поединок». «Землянин» нарушает традиции ролевых игр. Nintendo выпускает «Землянина», самую оригинальную, забавную, легкую в управлении ролевую игру, которая когда-нибудь поступала в продажу. 24-мегабайтовая стратегическая игра с текстовым меню станет наиболее популярной. Она очень проста для начинающих, но ее сложный сюжет захватит и опытного игрока на долгие часы. Действие разворачивается в наше время, а забавные и загадочные диалоги, оружие и враги, которые встречаются в «Землянине», нарушают все традиционные правила, которые не давали ролевым играм выйти за пределы узкого круга энтузиастов. Игровые элементы и текстовые сообщения напоминают о важности семьи, друзей и финансах. Если ты изучаешь английский язык, лучшего подспорья не найти. В «Землянине» используется современная обстановка с научно-фантастическими элементами и юмором на каждом шагу, от саркастической говорящей собаки до доставщика пиццы, повышающей энергию. Игроки исследуют многие города и получают очки за приручение животных и наставление негодяев на путь истинный. Чем больше опыта приобретает игрок, тем сильнее становится его герой. По мере хода игры в нее вступают все новые персонажи, которые вместе пытаются найти и победить существо из космоса, которое приземлилось на планете и хочет захватить на ней власть. По ходу игры приобретаются различные экстрасенсорные способности, помогающие им в игровых ситуациях, например, излечивать болезни или возвращать к жизни. Способы передвижения в «Землянине» также отличаются от традиционных ролевых игр. Персонажи используют велосипед, запрыгивают в автобус и путешествуют в фургоне рок-группы. Кроме того, обычные современные предметы становятся ценным оружием: линейки, транспортиры, сковородки, зубные щетки и плюшевые мишки. Забавные и загадочные враги, от занудливого гуляки и суетливой дамы до ходячего дерева и буки с хохолком, придают игре очарование. В состав комплекта будет входить бесплатное руководство по игре на 120 страницах. В качестве дополнительного приза прилагаются 6 карточек для записей с рисунками на тему «Землянина». Так что проблем с игрой не возникнет. Зато будет хороший повод лишний раз пошевелить мозгами, что не раз пригодится в реальной жизни. Земляной червяк Джим. Маленький одинокий пароходик убегает от злой королевы с выкраденным кибернетическим костюмом на борту. Во время отчаянной схватки с пси-вороном кораблик разбит вдребезги, и костюм падает на незнакомую планету, называемую Земля, сбивает Джима. Неожиданно частички костюма вызывали скоростную световую эволюцию, и мы стали свидетелями рождения земляного червяка Джима. Берегись, злой ворон. Червяк Джим 2. Продолжение игры Червяк Джим, завоевавший множество наград. В этой игре используется новая технология разработки видеоигр Animotion 2, которая позволяет получить никогда не встречавшееся ранее качество изображения, близкое к мультипликационному. Последуйте за Джимом в его налетах на враждебные континенты, нападениях Джима в виде саламандры на чужие планеты и заставьте его есть грязь. В «Червяк Джим 2» вы встретитесь с экзотическими мирами, противником Джима злобным псикроу и множеством новых персонажей. Гонки «Формула-1». Эта игра – уникальный шанс почувствовать себя настоящим пилотом «Формулы-1», высшего класса автомобильных гонок. Перед вами – вид из кабины автомобиля и панель системы управления. Кнопки джойстика работают как педали газа и тормоза, переключают передачи. Гонка проводится с ограничением по времени. Как и реальные гонки, игра требует крепких нервов и быстрой реакции. Вспышка памяти. Ты играешь роль суперагента Конрада Харта на протяжении всех 6 уровней. За это время ты встретишь множество друзей, которым захочешь помочь, и еще больше врагов, которых нужно как можно скорее застрелить. В итоге ты должен вернуть Конраду утраченную память. Один эпизод игры интереснее другого. Техника анимационного кино сделала движения Конрада очень плавными и реалистичными, а окружающий мир просто великолепен. Флинстоуны. Вы самый известный в мире каменный человек, Фред Флинстоун. Он должен спасти свою семью и друзей, которые были выкрадены зловещим Клиффом Вандеркёевым. Используйте сногсшибательный мяч Фреда для того, чтобы бороться с теми, что мешает вам достичь цели. Великолепная графика переносит игрока прямо внутрь мультфильма. Бейсбол Фрэнка Томаса. 24-мегабайтовая спортивная игра «Бейсбол Фрэнка Томаса» — это первый картридж, где используется новая разработка Acclaim — технология передачи движения. Движения каждого персонажа очень плавные и легко управляемые.
Acclaim была получена лицензия от Ассоциации игроков высшей лиги бейсбола, что позволяет включить в игру имена всех известных современных игроков. Развлечения и игры. Возьмите Morrow Paint, добавьте новые возможности, пару несложных, но увлекательных игр. В итоге получите развлечения и игры фирмы Sony. Вы можете рисовать картинки, писать музыку, делать мультфильмы, разгадывать головоломки, то есть всячески напрягать свое серое вещество, именуемое мозги. Устав от этого занятия, можно отдохнуть, постреляв из пушки по всяким тварям. F-Zero. Автогонки. Захватывающий и опасный мир скорости и постоянной борьбы за лидерство. Эти гонки можно с полной уверенностью назвать гонками на выживание. Безумные скорости 26 века. Необходимо много ловкости, чтобы управлять высокоскоростной гоночной машиной уверенно на фантастических гоночных трассах в трехмерном измерении. Твои конкуренты используют отвратительные трюки. F-Zero – картридж для азартных и бесстрашных людей, которых, может быть, через пару лет ждут настоящие гонки на выживание. Патруль по борьбе с вампирами. Продолжение к игре «Зомби съели моих соседей». В ней те же герои, Зиг и Джулия. Тот же принцип, трехмерный лабиринт, и такая же тактика игры – бегать, увертываться от монстров и освобождать городских жителей. В патруле по борьбе с вампирами такое же оружие и головоломки, которые нужно разгадать, зато монстры другие. Благодаря варианту для двух игроков и множеству уровней, в патруль по борьбе с вампирами можно играть вечно. Великие приключения Индианы Джонса. Приключения Индианы Джонса на протяжении всех трех фильмов собраны в одном картридже. Целых 25 уровней захватывающей борьбы с фашистами. Индиана Джонс против самого фюрера. Добьетесь ли вы такой дуэли? В игре есть этапы с трехмерной графикой, много скрытых уровней. А полет на кукурузнике, просто не забываем. Судья Дредд. Последняя новинка Acclaim. В третьем тысячелетии остатки населения Земли перегруппировались за защитными стенами огромных городов. Новым стражам порядка понадобилось обойтись без настоящего правосудия и наказания за совершенное преступление. Как вы, вероятно, догадались, все они стали судьями и самым жестоким среди них – судья Дредд. Великая честь и огромная ответственность. В одноименном фильме Сталлоне справился с этой ролью на отлично. Сможете ли вы повторить его успех в платформенной игре с великолепной графикой и насыщенным действием? Битва в джунглях. Продолжение битвы в пустыне. Сенсация. Знаменитый сеговский хит появился на Супер Нинтендо. Если в Desert Strike было тепло, то здесь стало по-настоящему жарко. Сумасшедший, вернее, его сын, вернулся. На этот раз он присоединился к силам Карлоса Артега, короля наркотиков. С помощью новых боевых машин нужно нарушить его злодейские планы завоевать мир, а это целых 50 миссий. Вертолет-истребитель. Боевой катер на воздушной подушке и специальные мотоциклы делают игру разнообразной и непредсказуемой. Используя мощнейшие графические и звуковые возможности Super Nintendo, битва в джунглях выглядит просто фантастически. Парк юрского периода. Ошеломляющий биотехнический прогресс вернул миру самых устрашающих существ, которых кто-либо когда-либо видел. Возможно, это было сделано для того, чтобы соорудить невероятный зоопарк. Юрский парк. Динозавры были доставлены на остров Нублар, вблизи побережья Центральной Америки. Ошибка в компьютере нарушила все системы безопасности, и сотни хищников вырвались на волю. Вы, доктор Алан Грант, должны справиться с целым рядом постоянно усложняющихся заданий, прежде чем у появится возможность заняться самым сложным и нужным – бегством с острова. Опасный доисторический мир юрского парка ждет вас. Команда правосудия. Ты когда-нибудь задумывался, кто сильнее, Бэтмен или Супермен? Если да, то это твоя игра. В ней еще много знаменитых героев. Управление очень простое, а графика впечатляет. Что тут долго рассуждать? У Acclaim не может быть плохих игр-поединков. Каждая схватка – смертельная. Инстинкт убийцы – лучшая боевая видеоигра. Инстинкт убийцы станет лучшей боевой турнирной игрой для домашнего использования. В игре для одного или двух человек используется разработанная Rare технология усовершенствованного компьютерного моделирования, АКМ, для создания наиболее впечатляющих героев из всех, когда-нибудь встречавшихся в домашних видеоиграх. Судите сами, игра заняла 32 мегабайта.
С выпуском этой игры Nintendo делает фантастический подарок, прилагая к первым 2 миллионам проданных картриджей компакт-диск с мелодиями из «Инстинкта убийцы». На нем будет 15 мелодий оригинальной музыки. «Инстинкт убийцы» обеспечит потребителям графику на аркадном уровне не хуже, чем у 32-битовых систем, причем по цене всего лишь 16-битового картриджа. Игра также поднимает боевые игры на новый уровень за счет сложных комбинированных ударов. При правильном использовании кнопок и джойстика игроки могут добиться, чтобы их персонаж сражался с противником с помощью серии плавно перетекающих, непрерывных ударов, от 3 до 46. В «Инстинкте убийцы» у каждого персонажа есть свои особенные движения, прыжки, захваты, обманные маневры. Игроки могут побеждать противников, если научатся, как применять двойные комбинации. У каждого героя есть свои собственные особые приемы. Огненная кошка у Орхида, дыхание дракона у Рептилии, глазной лазер Фулгра, пылающая летучая мышь Сабревулфа, костотряс Спинала и обратный триплекс вождя Тандера. Не терпится скорее увидеть. Дождись сентября, а в декабре будет выпущен вариант для Game Boy. Зельда, ты, Линк, и вторгаешься вглубь таинственных миров, борешься против черных, волшебных сил и должен спасти принцессу и страну Хёруля от гибели. Фантастическое приключение экстра-класса. Король Лев. Король Лев Диснея рассказывает нам о великолепии и загадках Африки, в которой растет львенок Симба. Он считает себя виноватым в гибели отца и отправляется в дикие места, где находит спасение и знакомится с бородавочником Пумба и мангустом Тимоном. Там начинается его возмужание. Помогите Симбе вырасти и занять его законное место короля льва. Ни с чем не сравнимое удовольствие от управления четвероногим героем еще более усиливается по мере роста силы Симбы. Потерянные викинги. Приходят сильные воины. 3 викинга в космосе, хладнокровные, мужественные и смелые. После похищения инопланетянами, в них проснулся боевой дух. Каждый из викингов обладает способностью, которая делает его ловким и умелым. Эрик – парень, который может прыгать. Балиок – драться, а Олаф – защищаться. Только тогда, когда все 3 викинга достигнут конечной цели в виде ворот одного из 38 уровней, они получат пароль для следующей ступени. Потерянные викинги – первая стратегическая игра с действием. Пропал Марио. Дружная троица – Марио, Йоши и Луиджи продолжают свое победное шествие. Новое приключение пройдет по 25 городам злобного Боузера. Вас ожидают все те же враги, потайные комнаты, заколдованные миры. Марио Пейнт. В комплекте с отличной компьютерной мышью. Совершенно новое измерение для видеоигр. Теперь наступает время для творчества в игре. С помощью мыши можно рисовать, компоновать, чертить, оживлять и делать свои собственные мультипликационные фильмы. Ты станешь гениальным художником с сумасшедшими идеями. Кто потом будет говорить, что коровы не могут лаять, а собаки не могут летать? И почему небо однажды не сможет окраситься в клубничный цвет? Хватай мышь и дай свободу своим идеям. Навыки, полученные в этой игре, пригодятся во взрослой жизни. Мегаман X. Главный герой – робот-воин Мегаман. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где еще сохранилось много злодеев. Роботы решают захватить власть и управлять людьми. Только Мегаман может спасти цивилизацию от порабощения. С вашей помощью робот найдет более мощную броню и новое оружие, научится быстро бегать и, надеемся, в конечном итоге расправится с поработителями. Майкл Джордан. Хаос в городе ветров. Имя баскетбольного гения Майкла Джордана автоматически сделало игру хитом. Команду баскетболистов похитили. Через потайную дверь Майкл попадает в параллельный мир, в различных уголках которого и спрятаны баскетболисты. На пути встречаются отвратительные зомби, летучие мыши, огромные пауки, летающие глаза. В руках у Майкла только баскетбольный мяч, но горячее желание спасти любимую команду, выйти в серию плей-офф и поесть любимых гамбургеров с луком подвигают его на борьбу. Микки Мания. Самые известные приключения самого популярного героя. Присоединяйтесь к потрясающему приключению Микки Мауса в то время, когда он снова переживает наиболее захватывающие моменты своей карьеры. Нужно помочь Микки справиться со множеством головоломок и опасностей в течение путешествия по 6 мультфильмам, которые сталкивают Микки лицом к лицу с огромным, злейшим Питом. К счастью, Микки не придется путешествовать в одиночку.
По пути встретятся преданные друзья, Плута и другие. Mortal Kombat. Лучшая на сегодня боевая игра. В представлении не нуждается. Mortal Kombat 3. Все еще играете в Mortal Kombat 3. Только что обнаружили скрытых героев и фаталити. Приготовьтесь к последним новостям. Художественный фильм по сюжету этой игры уже в прошлом. Надвигается еще более ужасный и кровавый Mortal Kombat 3, МК3, с новыми героями. В третьей версии игра содержит 14 героев. Sony и Kano вернулись в строй, занял свое место Liu Kang. Удивлены тем, что Sony совершила долгожданное возвращение в МК3. Дизайнеры получили так много писем с просьбами о возвращении, что они были вынуждены прислушаться к гласу народа. Новая героиня, многорукая Шива, одна из семи жен Гора. Только представьте себе, семь тещ. Знакомые персонажи, Шан Цунг, Джекс, Саб-Зиро и Кунг Лао. Новые герои, Шива, Найт Вульф, Страйкер, Сектор, Кабал и Синдель. Каждый из новых героев обладает своими коронными приемами, включая кидание гранат. Mortal Kombat 3 выглядит абсолютно потрясающе. Графика была переработана и выглядит более впечатляюще, чем когда-либо. В игре на 50% больше звуковых эффектов и музыки. Можно вызвать скрытый состав персонажей, МК3, намного больший, чем в первых сериях. Игра станет новым хитом, жаль, что появится не ранее 96 года. Мистер Натси. Вы, бельчонок, собирающий орехи и монеты, прыгающий и стреляющий. На пути встречаются лесные жители типа ползающих сиреневых яблок, ежиков, ОС и тому подобного. Как и во всех играх в Мистер Натси существуют опасности, головоломки и боссы, которых нужно победить, заканчивая этап. 10 уровней непрерывного действия доставят немало приятных минут. Удивительно красивая игра. Мистический гость. Окунись в мир фантазии. В качестве отважного рыцаря ты открываешь мир, полный тайн. Покажи, что ты можешь. С помощью 76-страничного игрового консультанта и памяти, поддерживаемой питанием от батареек. NBA Jam. Визитная карточка фирмы-создателя Acclaim. Просто удивительно, как программистам на 16-битном формате удалось столь точно отразить движение баскетболистов. На площадке от каждой команды присутствуют по два самых лучших игрока, которые обладают разными характеристиками. Свисток, мяч подброшен в воздух и начинается 4 тайма беготни по площадке, красивых бросков, борьбы под щитом и на щите, блоков, перехватов и, конечно же, забивание мяча сверху, что, собственно, и называется коротким словом джам. Игра вдвоем приносит море удовольствия. NHL 95. NHL 95 продолжает традиции игр предыдущих версий eSports. Это наиболее точная модель сезона Национальной хоккейной лиги для 16-битной приставки. Как обычно, можно выбрать команду и управлять ей в течение полного сезона, состоящего из 84 игр. Включены новые приемы, Drop Passes, Fake Shots и Hit in the Ice для блокировки Slap Shots. В процессе игры разберетесь. Скорость игры заметно увеличилась. Движения игроков стали плавнее. Это значит, что NHL 95 является собой самое реалистичное хоккейное зрелище, созданное на Super Nintendo. В него можно играть вечно. Найджел Мёнсел. Сумасшедшая авторалли. Ты запрыгиваешь за руль своего гоночного болида класса Инди, одеваешь трехмерные очки, и игра начинается. На скорости 200 ты несешься по Гранд Каньон или по автотреку в Сан-Франциско. Но там также есть другие быстрые колеса. Нинтендоскоп для Супер Нинтендо, лучше один раз выстрелить. Нинтендоскоп – это световой автомат, созданный специально для игр с обилием стрельбы. Выполнен в стиле космического оружия. Нинтендоскоп обладает высокой надежностью и кучностью стрельбы. В комплект входит картридж с 6 отличными играми. Игры со световым оружием всегда пользовались популярностью. Отличное средство для тренировки твердости руки. А уж как это разнообразит сам процесс игры и говорить не приходится. Ты не прикован проводом от джойстика к приставке. Можно вести огонь из укрытия, кресла, стола или дивана, или кувыркаться и носиться по комнате, стреляя на ходу. Почувствуй азарт настоящего сражения. Носферату. Действие этой 16-мегабайтовой игры происходит в замке графа Влада, известного как граф Дракула, или Носферату. Кайл, американский студент,
обучающий в Трансильвании, должен пробиться через 6 главных уровней и множество дополнительных, чтобы спасти прекрасную девушку Эрин до того, как Носферату проклянет ее душу на вечность. Кайл борется с легионами классических упырей, призраков и чудовищ всех мастей, чтобы в конце сразиться с самим князем тьмы. В игре используются разнообразные комбинации ударов, жуткий сюжет, великолепная маневренность персонажей. Пираты темной воды. Игра сделана по сюжету одноименного мультфильма. Это крутой боевик, выдержанный в лучших традициях аркадных игр. Отважным героям предстоит пройти множество испытаний, победить всех врагов и найти 7 алмазов на разных островах. Питфол. Хладнокровный отец и сын Питфола отправились в джунгли Центральной Америки на поиски потерянных драгоценностей майя. Отец был взят в плен наводящим страх духом воина Закилоа. И именно в тот момент, когда он был вооружен лишь арканом и газетой отца, Хэри-младший должен отправиться в неизведанные дали, чтобы спасти своего отца, пока не поздно. Плог. Сказочная графика, фантастический звук и куча действия. Это Плог, и он живет в безумном мире со странными злыми существами. Для своей защиты Плог придумал следующее. Он силой швыряет свои руки и ноги в противника, временно. А спустя короткое время он снова становится таким, как и прежде. Плог – топ-хит с массой безумных миров, сумасшедшей графикой и суперстереозвуком. Принц Персии – одна из самых знаменитых игр. Вы перенесетесь в далекое прошлое. Коварный колдун Джафар стремится захватить власть. Он бросает принцессу в темницу и ставит перед выбором, умереть или выйти за него замуж. Отважный принц бросается на помощь возлюбленной. Путь преграждают стражники, коварные ловушки, пропасти и многое другое. Игра имеет множество уровней и ведется на время. Отряд Пати. Пати – скромный голубой шарик, имеющий замечательную способность принимать любую форму. Пати никого не берет в плен. В игре придется пошевелить мозгами. Нужно не только спасти друзей, но и искать источники силы, которая поможет ему добиться цели. Основное оружие – это способность мутировать, вытягиваться, плавиться и принимать самые различные формы. Кошачьи консервы, чили, сыр и другая еда помогают Пати на тернистом пути. Дорожный беглец. Ралли в долине смерти. Игра основана на известном мультфильме о похождениях страуса и койота, отношения которых сильно напоминают отношения зайца и волка из «Ну, погоди». Это очень веселая игра. Вы все время будете попадать в комические ситуации, из которых не так уж сложно выйти. Играть столь весело, как и смотреть мультфильмы. Более 20 уровней беспрерывного действия. Шаквуу. Будучи в Токио, Шакил пошел прогуляться в центр города, где встретил старого мастера восточных единоборств. Мастер, глубокий старик, посылает Шака на борьбу с силами зла. В результате получилась великолепная игра-поединок. Поначалу Шакилу было тяжело, а потом он вспомнил, как разбивал баскетбольные щиты и задал жару всякого рода умельцам. Вас ждет череда боев до победного конца. SimCity. Стратегический вызов. Планируй и застраивай свой собственный город. Ты один несешь ответственность в этом фантастическом имитаторе города. Ты сидишь у пульта будущего с помощью своей панели управления хай-тек и 16-битовым центральным командным пунктом. Все находится в твоих руках. Шмурфы. Ох, слушай, эти безумные шмурфы. Злой волшебник Гургенхальс снова бесчинствует. Для того, чтобы его остановить, нужно много шмурфов и хорошая порция ловкости. Суперразвлечение со сказочной графикой и стереозвуком. Sparkster – это продолжение легендарной игры приключения ракетных рыцарей. Среди рыцарей мира, Sparkster завоевал себе славу неустрашимого бойца, когда ему удалось уничтожить космический корабль сил зла. С тех пор люди передают от поколения к поколению историю храброго Sparkster'а, как легенду о ракетном рыцаре. Волчья армия захватила королевство Эгинозема и похитила принцессу Флору. Sparkster бросается на помощь. Все, кто видел первую серию приключений ракетных рыцарей, ни за что не пропустят вторую. Человек-паук. Настало время решительных действий. Человек-паук пришел на Супер Нинтендо. Настоящий боевик. Человек-паук один против целой армады негодяев. В вашем распоряжении несколько коронных приемов и умение пользоваться сетью. Боссы страшны, но они – никто против паутины. Звездные ворота. Сюжет взят из одноименного фантастического боевика. Открыв секрет звездных ворот,
которые были найдены во время археологических раскопок в Египте, вы переноситесь в место, похожее на Древний Египет, но определенно не из этого мира. Раскройте тайну пирамид, победите злого Кингха и не забудьте вернуться на Землю. В игре есть этапы с трехмерной графикой. Starwing. Первая игра с суперчипом FX. Ты сражаешься в качестве командира Фокса Макклауда со своей командой «Звездное крыло» за мир в солнечной системе Лилата. Спаси свою родную планету от доктора Андроса. Одолей огромного дракона Додора и почти неуязвимых Монтаров. Тебе предстоит много боевых вылетов. Уличный боец 2. В этом жестоком боевом турнире ты выступишь против гладиаторов всего мира. Или против друга. Захватывающие боевые сцены, фантастические трюки и акробатические удары. Все это ждет тебя. Здесь можно всем показать, что ты из себя представляешь. Супербойцы вернулись, сильнее, чем раньше и с сумасшедшей мощью турбо. Они приехали со всего мира, чтобы принять участие в решающей схватке. Только один сможет стать сильнейшим. Выбери одного из четырех мастеров или одного из восьми последующих претендентов. Это будет обозначать, что нужно напрячь мышцы и сражаться. С помощью специальных новых видов техники ты сможешь доказать, что ты имеешь все основания на победу. В этой 20-мегабитной объемной игре Super Nintendo роскошный стереозвук и ошарашивающая фоновая графика с турбоскоростями на любой самый взыскательный вкус, а также режим гроссмейстера. Уличный гонщик. Гонки – главное в игре. У каждого персонажа своя машина, 24 трассы. В первенстве на Кубок мира можно завоевать медаль. Бронзовая, серебряная и золотая. Вы получаете очки за невредимость и за то, что выводит соперников из игры. Интереснее выбрать короткие гонки, быстрые машины. Можно даже поиграть в автофутбол. Трюковые гонки – самая зрелищная гоночная игра для 16-битных приставок. Торопите механиков и застегивайте шлем, потому что вам предстоит знакомство с гоночной игрой «Трюковые гонки» FX для видеоприставок Super Nintendo. В ней используется Super FX технология второго поколения. Микросхема Super FX была впервые представлена в популярной игре Starwing. Использование технологии Super FX придает новую объемность играм гоночного типа. Микросхема Super FX встроена в картридж. Она ускоряет работу самой приставки Super Nintendo. Эта технология использует мультипликацию на основе многоугольников, что придает убедительность и реализм скоростным гонкам на видеоэкране. В трюковых гонках FX создается впечатление, что находишься за рулем профессиональной гоночной машины. Холмы и неровности дороги производят такой эффект, что играющие начинают ерзать по сиденью. Трюковые гонки FX придают новое измерение гоночным видеоиграм за счет бесконечного разнообразия вариантов действия. Три машины, гоночный болид, огромный полноприводный грузовик или спортивный автомобиль. Может быть также выбрана одна из трех точек зрения, из-за руля автомобиля, сзади автомобиля, или же панорамный вид с большего расстояния. Трюковые гонки FX может использоваться для гонок самого разного типа. Игроки могут выбрать один из четырех вариантов. Гонки с препятствиями, гонки на время, боевые гонки, используются разделенные на части экран, и гонки по шоссе, с 12 уровнями сложности. Если игроку удастся справиться со льдом, водой и холмами на трассе, то он попадает на призовой уровень и может выбрать гоночный мотоцикл или грузовик с большими колесами, чтобы сразиться с трудностями призовой трассы. Трюковые гонки FX является самой совершенной в техническом плане гоночной видеоигрой, которая когда-нибудь выпускалась для 16-битовых систем, говорит Скотт Толланд, издатель журнала Nintendo Power. Все любители гонок будут немедленно захвачены огромными скоростями и волнующими ситуациями, возникающими по ходу игры. Такую автогонку ты еще никогда не испытывал. Станд действия, осуществляемое на максимальной скорости с новым чипом, FX второго поколения. Это значит, еще быстрее, еще лучше. 4 гоночных режима. 3 перспективы, 24 гоночных трассы, 5 совершенно разбитных машин, каждая со своим характером. На разделенном экране ты можешь наслаждаться сумасшедшей гонкой вдвоем с другом. Адаптер Super Game Boy обеспечивает совместимость 350 игр для Game Boy с 16-битовой Super Nintendo. Вначале несколько слов о Game Boy, самой массовой в мире карманной видеоигре со сменными картриджами.
8-битный процессор в сочетании с простотой и надежностью конструкции дает оптимальное соотношение качества, цена. Game Boy независим от сети и телевизора, работает на 4 батарейках. В нем есть все, что приносит удовольствие: экран на жидких кристаллах, панель управления, регулятор контрастности и громкости звука. Это позволяет использовать Game Boy в любом месте и в любое время. Помимо этого, Game Boy позволяет легко менять игровой картридж, свободно умещается в сумке, портфеле или кармане куртки. Видеоигра суперпопулярна у молодежи США и Германии. Только в 1994 году там было продано 26 миллионов штук. Не мудрено. Game Boy незаменим в дороге, на даче и в школе. Это лучшее оружие против скуки. Через специальный переходник Super Game Boy недорогие картриджи от Game Boy могут использоваться на приставке Super Nintendo. При этом игры идут в цвете. Таким образом, Super Game Boy впервые дает возможность связать карманную игровую систему с домашней видеоприставкой. Он выполнен в виде картриджа для Super Nintendo, в котором находится гнездо для картриджей Game Boy. Super Game Boy является великолепным подарком для владельцев систем Super Nintendo. С его помощью такие популярные игры для Game Boy, как «Земля Марио», «Страна мечты Кирби», «Тетрис», «Метроид 2», «Возвращение Самус», «Земля Варио», «Легенда Зельды», «Пробуждение Линка» и «Данки Конг» станут доступны на Super Nintendo. При использовании Super Game Boy все игры для Game Boy воспроизводятся с помощью 4 цветов различной яркости. Кроме того, игроки могут воспользоваться несколькими заранее установленными палитрами цветов. Например, уровни игры, где действие происходит среди льдов, могут быть окрашены голубым, а экраны с джунглями – зеленым. И не забудьте про стереозвук. Преимущества для игроков совершенно очевидны. Существуют великолепные игры для Game Boy, уровень которых ничуть не хуже игр для Super Nintendo. Теперь, с помощью Super Game Boy, владельцы Super Nintendo смогут насладиться еще большим количеством игр. Фирменная гарантия Dendy – 6 месяцев. Супер духи и привидения. 3D на танец вампиров. Один волшебные доспехи рыцаря Артура. Ты должен освободить принцессу из зоны привидений. Демоны и зомби – твои враги. Гарантируется гусиная кожа, благодаря суперзвуку и необычной графике. Супер Марио. Все звезды. Сказание о Супер Марио в 16-битовом формате. 4 Супер Марио в одном картридже. Супер Братья Марио 1, 2, 3 плюс потерянные уровни, The Lost Levels. Абсолютная бомба среди программных продуктов с жаркой 16-битовой графикой, фантастическим звуком и памятью от батареек. Хотите гордо утверждать, что знаете все приключения Марио? Так этот картридж для вас. А также для двух игроков. Super Mario Kart. Жаркие гонки на картингах всех времен. Марио и 7 его товарищей находятся в полном твоем распоряжении. Один ли против суперкоманды Марио, или вдвоем, охота за лучшим временем безгранична. Множество возможностей для установок обеспечивает разнообразие действия. Итак, нажми на гудок и мчись на горячих колесах по этой сумасшедшей трассе. Мир Супер Марио. Одна из лучших видеоигр, которая соединяет в себе головоломку и приключения, развлекает и заставляет думать. Супер Марио, защитник принцессы, должен найти ее, преодолев бесчисленные препятствия и опасности. Мир игры наполнен симпатичными чудищами, но борьба с ними стоит того. На каждом шагу скрыты призы, монеты, очки, новые способности Марио и скрытые уровни. Супер Метроид. С немецким текстом на экране и игровым консультантом на 76 страницах. Ты готов почувствовать на затылке дыхание чужих? Ее зовут Самус Аран. Ее профессия – космический охотник. И у нее есть миссия, которую она может выполнить только с твоей помощью. Встань на пути у 24 супермощных чужих. Только тогда у Самус Аран есть шанс. 6 гигантских миров в одном приключении, которое вошло в историю видеоигр. Одна из лучших платформенных стрелялок. Самус в кибернетическом суперкостюме выглядит весьма внушительно. Она защищает Землю от космических пришельцев. Насколько это ей удастся, зависит от вас. В игре собрано лучшее оружие мира. Незабываемая встряска. Только на Super Nintendo. Супер Проботектор. Проботектор – это боевой робот, сконструированный в строжайшей тайне. Идет 2636 год. Чужие, которых в прошлом разгромили Проботекторы,
вновь мобилизовали все свои силы и начали широкомасштабное вторжение. Спустя 6 месяцев появляются 2 боевых робота в опустошенном, находящемся под контролем чужих городе, сильнейшие проботекторы в истории. И снова вспыхивает жаркая битва. Суперфутбол. Многочисленные любители и знатоки футбола оценят эту игру как уникальную возможность самому управлять спортивными соревнованиями, отдать пас нужному игроку, нанести точный удар по воротам. Можно играть вдвоем, 2 джойстика, 2 команды, и устраивать целые чемпионаты. Попробуйте быть тренером и всеми игроками футбольной команды одновременно. Супервозвращение джедая. Ремейк знаменитого сериала «Звездные войны» для приставки Super Nintendo. Уже выпущены «Звездные войны». Империя наносит ответный удар. Возвращение джедая, как и предыдущие игры, это захватывающие полеты на космических кораблях в трехмерном пространстве. Сложные и интересные испытания. Вам предстоит победить всех врагов и уничтожить звезду смерти. Супер теннис. Теннис, как на центральном корте, невероятно реалистично. 20 лучших профессиональных игроков представляются на выбор в качестве противников. Во время турнира Grand Slam ты сам стоишь на корте. Подача, возврат, похвала. Один ли, вдвоем или в смешанной паре против компьютера, игра, партия и победа. Также для одновременной игры 2 игроков. Парк развлечений. Еще одна стратегическая игра после SimCity. Создайте и управляйте самым большим и лучшим парком развлечений в мире. Постройте самые высокие и быстрые американские горки и смотрите, как дети создают тротуарную пиццу. Любой ценой сделайте так, чтобы они оставались счастливыми или ваши финансы споют романсы. Соревнуйтесь с остальными 19 парками, чтобы быть парком номер 1 в мире. Управляйте 16 магазинами. Постройте свои парки в 24 странах мира. Правдивая ложь. Международный террорист Абу Азиз и грозная организация Crimson Jihad собираются взорвать ядерную боеголовку. И только спецагент Таскер может остановить это. Вы выбираете роль Таскера, которого в фильме играет сам Арнольд Шварценеггер. В игре заложено 12 спасательных миссий, скоростные гонки на машинах, горные лыжи, полеты на истребителе Харьер. И все это для того, чтобы уничтожить террористическую угрозу. Мировая лига баскетбола. Баскетбольное существование в 4 лигах с соответствующими 7 командами, с многочисленными видами тактики, вариантами и отличными звуковыми эффектами. Трехмерное игровое поле увеличивается и вращается не поэтапно, а воображаемая камера следует за игроками на каждом шагу. Также для 2 игроков. Yoshi Safari. Вы скачете на Yoshi, в руках оружие. Стреляйте во все, что попадется на дороге. В конце главного отрезка пути – причудливый босс. Главное, чтобы рука не дрогнула. Зомби. Ох уж эти зомби. Убиваешь одних, на смену им приходят другие. Но все-таки с зомби можно справиться. Это и предстоит сделать Зику и Джулии, главным героям игры. Игра построена по принципу трехмерного лабиринта, который буквально кишит отвратительными монстрами. Но нужно спасти людей. Пистолет в руки и вперед на помощь людям. Кстати, если вам понравилось, я могу запилить передачу про игры, знакомые мне по нейросетевому детству. Наберем, скажем, 150 лайков этому видео, и я запускаю производство, а вы сможете узреть выпуски с любимой мной. Кстати, даже нейросетям нужны деньги на косметику и завоевание мира. Швыряйте деньги в монитор, посмотрим, сколько нас таких деньгометателей. Пишите в комментариях, какая у вас любимая игра на этой платформе. Всем розовых единорогов. Пока, ребятки.